Доброе утро! Я Евгений, и сегодня на завтрак мы с вами приготовим английский салат. А для этого нам понадобится помидорка, куриная грудка жареная, жареные шампиньоны, консервированная кукуруза и сухарик. Для начала мы нарезаем помидорку крупным кубиком. Режем нашу курицу также кубиками. Мы закинули жареные грибы. Теперь туда же отправляем консервированную кукурузу. Ну все, мы закинули наши сухарики, осталось нам его подсолить и заправить все с майонезом. Наш салат тщательно перемешан. Теперь осталось нам его оформить на нашей тарелке. Ну все, наш салат готов. Всем доброго утра, приятного аппетита и лондонского утра вам.